Уникальную возможность прикоснуться к быту императорского дома в год 400-летия династии Романовых получили екатеринбуржцы. На выставке под названием «Фарфор российских императоров» представлены лучшие образцы отечественной и зарубежной керамики из собрания Государственного музея усадьбы Кусково, подаренные и бывшие в обиходе членов царской семьи. Присоединиться к посетителям выставки можете и вы. Экспозиция в Екатеринбургском музее изобразительных искусств открыта до 4 августа. Среди фарфоровых сервизов, представленных на выставке, уникальные образцы керамического искусства, созданные по специальным заказам двора или полученные как дипломатические дары. Так, Андреевский сервиз, созданный на Мейсонской мануфактуре, был подарен Елизавете Петровне во знаменование вступления в брак ее наследника, племянника будущего императора Петра III с будущей императрицей Екатериной II. Еще один редкий экспонат – египетский сервиз, подарок императора Наполеона Александру I по случаю подписания Тильзитского мирного договора. Есть в экспозиции последний, созданный на императорском фарфоровом заводе, пурпуровый сервиз, бывший в обиходе семьи последнего российского царя Николая II. Это пурпуровый сервиз. Сервиз, который Александра Федоровна заказала специально для Большого царскосельского дворца. Сервиз, созданный в духе неорококо, вписанный в архитектуру Растрелли. Предметами из этого сервиза последний раз пользовались в 1913 году, когда в Большом царскосельском дворце накрывали столы в честь приема, посвященного 300-летию дома Романовых. На выставке также представлены специальные орденские сервизы. Предметы исполнены по заказу Екатерины II для того, чтобы обеспечить приемы в Зимнем дворце кавалеров 4 высших российских орденов. Ордена святого Георгия Победоносца, ордена святого Андрея Первозванного, кавалеров ордена святого князя Владимира и святого Александра Невского. 4 орденских сервиза, созданные по единой программе, декорированы знаками соответствующего ордена, доставались парадных кладовых, накрывали парадные столы для приема кавалеров этих орденов. Кроме того, существенным дополнением выставки являются 2 коронационных альбома императоров Александра II и Николая II из фонда музея. Подлинные документальные летописи, подробно рассказывающие о церемонии восхождения помазанников Божьих на трон. Стоит отметить, что фарфоровые сервизы императоров служили не только утилитарным целям, но и были украшением внутреннего убранства, повторяя особенности стиля того или иного дворца. Выставка мне очень понравилась. Понравилось все. Посуда вся, эти изделия, они вот потрясающие. Я даже ходила по выставке, вот смотрела. Мне пришла такая мысль, что можно вот эти вот сервизы их сравнить с яйцами Фаберже, потому что они все индивидуальные. Все несут какую-то тематику, смысл, идею. Изучать историю можно не только по книгам. Супницы, тарелки, чашки, квасники, мороженицы, бутылочные и рюмочные передачи, конфетюрницы, сахарницы и многое другое. Все эти привычные и давно исчезнувшие формы посудной утвари знакомят посетителей музея изобразительных искусств с бытом царского дома. Мы совершенно не знаем, что такое потокрем, горшочек для крема, потому что сметану мы теперь едим ложками, а майонез просто наливаем из пластикового пакета. А подобных предметов на выставке великое множество. Успевайте до воскресенья познакомиться с этим фарфоровым великолепием. Множество восторженных откликов собрала выставка «Фарфор российских императоров», приуроченная к 400-летию династии Романовых. Присоединиться к ним можете и вы. Экспозиция ждет своих посетителей в Екатеринбургском музее изобразительных искусств до воскресенья, 4 августа.